Это здание по адресу Пятилетки 13 знает каждый березняковец. В его стенах вот уже 92 года усердно трудятся стражи порядка. Первые сотрудники в форме, которые работали на благо города, состояли в рядах Березняковского межрайонного сектора милиции. Именно так он тогда назывался. Образован 20 октября 1931 года, а возглавил новый сектор Харитнев. И вот уже прошел не один десяток лет, и у березняковских милиционеров сменился не один начальник. Но главный принцип правоохранителей – оберегать спокойствие граждан – остался неизменным. Сегодня в праздничный день в здании полиции не только отличившиеся сотрудники, но и почетные гости. Например, ветеран МВД старший прапорщик милиции Алевтина Мальцева. Человек, который посвятил почти всю свою жизнь службе в органах внутренних дел. А если быть точнее, то 33 года, 5 месяцев и 19 дней. Именно столько Алевтина Ксмуловна выполняла свои обязанности с верой и преданностью. И сегодня была награждена медалью за заслуги. В эту службу надо идти с таким большим желанием. Без желания здесь нельзя работать. Потому что тяжело, когда работаешь без любви к профессии. А для меня до сих пор не пожалел, что я работала в милиции. На самом деле это очень тяжело. Это просто так тяжело бывало. До слез тяжело. Я очень полюбила эту службу, потому что там на самом деле помогаешь людям. Было такое, что прямо и душа радуется, когда вот люди приходят и потом благодарят. Сотрудники полиции каждый день обеспечивают охрану и порядок в нашем городе, занимаются раскрытием и предотвращением преступлений. И чтобы справляться с этими задачами, они должны обладать знаниями, владеть современной техникой и оборудованием, а также быть порядочными, честными и преданными долгу. Например, за этими хрупкими плечами лежит важная и ответственная работа эксперта-криминалиста. Вот уже на протяжении более 15 лет Наталья Киберева каждый день с особой точностью помогает раскрывать уголовные дела. Мы выезжаем на осмотр места происшествия, обрабатываем поверхности, ищем следы преступника. То есть вот как недавно было, в том 2022 году было совершено преступление, то есть убийство. Точно так же мы приехали группой, следственной оперативной группой на осмотр. Стала обрабатывать поверхности, и один маленький след помог раскрыть преступление. Борьба с преступностью – это лишь дело смелых и решительных, сильных духом людей. От профессионализма и решительности зависит спокойствие горожан. Чувствовать чужую боль дано не каждому. А вот вовремя оказать профессиональную помощь – это уже умение, которым в совершенстве владеете именно вы, сотрудники полиции. Поздравляю сотрудников отдела с профессиональным праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел. Желаю им стойкости, терпения, мужественно переносить все тяготы и лишения нашей непростой службы, а также благополучия в семье и поддержки близких. Они связали судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией – служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие граждан. Бдительность спасла немало жизней, разрешила множество проблем. Эта работа по праву заслуживает почета и уважения. Телекомпания «Верхняками ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает успехов в непростой службе, твердости и принципиальности. Карина Волошина, Данил Буторин, новости «Верхнекамья».